До завершения дорожного сезона остаются считанные дни. Отремонтированные мосты и новые развязки. Работы в этом году идут с небывалым размахом. Главная задача сейчас – сдача первой очереди Первомайского моста. Опробовать этот объект автолюбители должны уже 4 ноября. Первомайский мост. 250 миллионов 354 тысячи рублей. На сегодняшний день освоено 76,6%. Чуть больше недели остается и до сдачи кольцевой развязки по улице Флотской. Бурное обсуждение депутатов вызвал вопрос ремонта городских дворов, который по плану должен завершиться в первых числах ноября. В этом году в перечне нуждающихся в капремонте 47 дворовых территорий. В настоящий момент полностью приведены в порядок пока только 29. В самом разгаре ремонт в 10 дворах Володарского района. Глава города отметил, что на завершение работ на этих объектах должны быть брошены все силы. Депутатов беспокоит и качество проведения и ремонт дворовых территорий, и сроки их выполнения. Конечно, приложится максимум усилий для того, чтобы все работы, которые начаты в этом году, были закончены. Я думаю, что это очередной импульс для нашего комитета по ЖКХ. Они усилят и ускорят эту работу. Кристина Пресхилова, Иван Зюрев, события Брянск.